Всем привет! Это карьера за Влашич в ЦСКА. И сейчас мы будем начинать и продолжать ее. Продолжить. Так, начнем с по матчу. Первый матч против финала Тулы. Мы в резерве. Пацаны, предлагаю просто вот так вот. Я даже отыгрываю не собираюсь. 2-2. Красавцы, пацаны, отыграли лучше. Красавцы, чё, я больше не сказать больше нечего. Ну, пусть меня больше не выпускают на матч. Так, матч против... О, стартовый состав, пацаны, против Арсенала. Пацаны, вот это уже красота. Давай тогда скринем это, чтобы помнить об этой красоте еще очень долгое время. Нажмем розыгрыш мяча. И пойдем и вырвем просто Арсенал, пацаны. Давайте. Возьмем и обыграем этот вонючий Арсенал. И все. И поставим точку на первом месте. Мы будем на первом месте, они будут на втором месте. Да, пацаны. Погнали. О, кстати, у них еще лицензированный стадион. Смотрите. Давайте посмотрим на это просто начало. О, да, Абомиянг, Давид Луис. Нифига себе. Крутые пацаны. Но мы-то, пацаны, с вами покруче, да? Мы-то с вами покруче будем. Конечно. А это Лен или кто это такой? Здесь что-то еще киперов типа не про. Ладно, фиг, короче, этим стадионом уже. Самое красивое, что надо было, мы смотрели. Кстати, у них вон для КЗ играть. Пацаны, вот я не понимаю, меня в чемпионат что совсем уже перестают выпускать или что? Ну, типа, видели, сколько раз я уже в чемпионате не вышел? А на Лигу Европы вот меня только что вот выпустили. Может, меня под Лигу Европы будут использовать? Не, ну это типа интересно участвовать в Лиге Европы, да, но в чемпионате это тоже хочется. Не только, блин, против Ротора. А, чё, кто свалил, что ли? Красавец, красавец. А, кто свалил-то? Свалил. Штрафной. А, кстати, очень опасный штрафной. Пацаны, вы же против, что это слишком опасный штрафной. Если он сейчас пробьет в створ, то maybe даже ты гол. Ой, наш защитник помог. Нормально, нормально. А мы пока что в атаку сейчас убежим. Давай, чал, 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 чал. Вот, давай. Просто начинаем бежать в атаку. Что делают мои тиммейты? Ни черта нормального. Ну, пацаны, давайте, может, камеру поменяем. Я не знаю, но... Это уж что-то вообще не идет. Нет, 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 нет. Почему что-то так вот как-нибудь? Ну да, типа вот так уже будет получше хотя бы что-то хотя бы видеть буду. Я на типа реле ничего не вижу. Когда вот так бегу, кто мне там впереди, кто мне там сзади. Вот так что будем отыгрывать идеально. Так, пацаны, ну что тут? Ну я так понимаю, на меня вообще пацаны типа не собираются вообще давать. Как бы, ну, вы поняли, да? О, что, вот, ну, хоть кто-нибудь мне сегодня поддаст, нет? Ну, посмотрите, вот, Абамиянг, ЛКЗ, оп, все. Ну, у них, короче, все, походу, в атаку стоит. У них, походу, в защите мало кто стоит. Давай на меня пас, братан. Давай пас, пас, вот я стою. Смотрите, что они делают. Смотрите, как обсираются. Это же позор, пацаны. Это позор. Прошлый выпуск назвал позор. Потому что мы вылетели из кубка. Мы всрали такие матчи важные. Сейчас мы его ничью сыграли против достаточно слабой, в принципе, команды. Мы можем сейчас потерять скоро свое первое место. Но кому на это будет вообще дело? Следующий матч, например, у нас против Динамо. И если мы его проиграем, то мы точно спустимся. Вы посмотрите, с каких позиций наши игроки не забивают. Смотрите. Просто смотрите, наблюдайте. Вот. Все мимо, мимо ворот, пацаны. В такие важные минуты все мимо ворот. Так. Ну, опять начинается кто-то выбивание мяча и так далее. Ну, давай, 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 братан, давай, братан. Разыгрывай нормально. Атакующие задние защитники. Пацаны, видели, они прям вообще фул в атаку собрались. Сейчас я как-то еще привыкну к этой камере. Но на меня сегодня точно пасы не собираются, видимо, давать. Ну, посмотрите, что они делают. Они мяч все даже держать не могут. Давид Луис. У них Давид Луис вот даже в атаке бегает. У них Терни, который ЛЗ, бежит в атаку. И что они вот... Зачем он это все делает? Я понять не могу. Что? Для чего они так выбивают мячи? Чтобы просто их просрать быстро и все? Тебе как по мне, это вообще нелогично. Куда мяч летит? Хотя бы спасибо, что выше ворот. Спасибо. Спасибо, что вы промазали мимо ворот.
По прошлым моментам 1-1. Нам надо убегать в контратаке и так далее. Но мы ничего не делаем. Эх, помню, были времена в Лиге Европы. Я помню, когда еще Головин за нас играл. Он штрафной такой положил Арсенал. Правда, мы-то вылетели от них. Не помню, какой год был тогда ночью этот матч, смотрел уже. Такая ностальгия. А сейчас играет в Монако, к сожалению. Ну, вернее, к радости, но не в ЦСКА. Абамиянг, Абамиянг, Абамиянг и Акинфеев лучший. Ну, посмотрите, вы видели, что Акинфеев сейчас сотворил? Какой он просто идеальный просто момент предотвратил. Ага, это типа надо вот так сейчас ноговой, да, смотреть? Круто, пацаны. Топчик вообще. Не, ну эта камера будет хотя бы получше, хотя буду хоть что-то видеть. О, видите, я хотя бы вижу, что начало перебежишь, что меня точно накроют. Вот почему я нормально опоздал. Смотри, сейчас меня поснёт сюда. Ну да. На, братан. Ну я же нажал пас. Чё не пасну? И бей. О, забил. Пацаны, забил. Вот опять же, меня выпустили в старте. Я хоть что-то полезное сделал. Я развил атаку. Я отдал два хороших паса. Но кому-то это вообще какая раз речалов. Оп, на меня. Я увидел там чела забегающего. Даю на него пас. Вот. Вот. Мы все идеально это сделали. Но, блин. Меня не выпускают на просто на матч в лиге даже. Что, о чем тут уже речь идет? Спасибо, что Чао хотя бы забил. Я очень рад. Что Чао вообще умеет забивать. А мы сейчас будем просто опять же таки хрень делать, чтобы просто по фасту слить матч, как я понял, да? Ну, смотрите, Вильям стоит, то есть ничего такого, кучаю, что делает. На. Круто, круто, круто. Сказать больше нечего. Круто, 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 круто. И что это? Ну, вообще, типа, неплохо, ну да. В кавычках, конечно же. И что сейчас будет? Оп, побежал, 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 побежал. Пас. Постановили, какой пас хорош. Ну, Чао его засрет. Чао все засрет, как всегда. На велик я его прессинганул. Корпус по нему на своем фигакнул. Так, ну и что? Давай, отбирай, отбирай, ну. Закрыл зону. Ну, Чао будет бегать за мной, как будто он говню какой-то. Ну, подумал, что упал. Что теперь? 36 минута. 1-1-0. 0-1. Ну, ладно. Вообще, не хочу, чтобы Арсенал вышел в группу. Ой, из группы. Потому что... Они же самый такой принципиальный соперник. Остальные... Ну, по факту, для нас они не должны быть соперниками. Типа, мы должны их на изи обходить. И выходить. Это все-таки сейчас не ЦСКА в реальной жизни. Сколько там ЦСКА в реальной жизни на все раунд матчей. По-моему, они ни одного не выиграли, да, в своей группе. Ну, что, весело, что могу сказать. А, развернуться мне опаснее нельзя. Давай на фланг. А вот в этом случае он мне дает пас. Ну, это как вообще? И бей. А я ударю, пацаны. Ну, подумаешь, не забил. Ну, что мне теперь? Я старался, по крайней мере. Да е-мое, но почему они постоянно меня так жестко накрывают? Вот никого больше не жестко не накрывают, как меня. А я не могу понять, а чего он типа так, типа ударил, типа, ну, низом постоянно меня бьется. Я типа нажимаю на Б, у меня джойстик с бокс, но постоянно типа бьет низом. Может, он что-нибудь посмотреть будет. И бей. Ой, ой-ой-ой. А можно было это, кстати, забить. Надо еще раз надо посмотреть. Ну, там можно было сейчас забивать, но... Не особо мне получилось. Ну, посмотрите, я убрал и как фигарю. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Ну ладно, 1-0. Мы сейчас с этим перерыв, надеюсь, уйдем с этим счетом. Ну да, все не успеет атаковать нас. Давай, давай, давай. Прессингуйте, может, берем. Нет, Чао будет стоять на месте, как дерево. Неплохо. Лига Европы 1-0, пока ведем Арсенала. 4 удара, 2 в створ. Один, кстати, из них это мой удар. Второй я чуть скосил. Меня не заменили. За это спасибо, тренер. Замени его на 4-й минуте. Смотри, что Чао делает. Валяется уже. Чао уже валяется, мужики. Ну как так, пацаны? Скажите мне просто как? И чё? И чё, куда? Чао, дай пас. Оп. Ну и что? У меня заранее уже бежит на меня, накрывать меня. Что я там должен был сделать? Я не знаю. Так. 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 Сейчас не вернет, и что мне с этим мячом? На, сам дальше решать, что тебе делать. А чё не мне-то пас? А чё не мне-то пас?
Ну, типа, даже это было на меня, типа, задумывался с самого изначально. Это настолько тупо было. О, такой отбор сделал. Если бы сейчас бы мяч был, у меня бы остался. Это же, может быть, такие сейчас бы дела бы сделать. Просто побежать бы, забить бы красиво. Ай-яй-яй, жалко-то как. И куда это вынос был, или что это, может, это их, конечно, пас был, но вроде наш игрок пацанул или ударил, не знаю, что он сделал. Так. Но я не успеваю, он меня уже накрывает, я нажимаю пас, у меня пока игрок одуплится, уже куча времени пройдет. Ну давай, ну, на, вот, пацаны, вот, я в старте начал тыграть, потому что я более-менее научился играть. Но тренер меня не будет выпускать все равно. Следующий матч против Динамо, опять же, таки чемпионат, посмотрим, что там будет. Вообще не хотел в этот угол бить, ну ладно. Ну пока есть момент, надо добить, ну что я там дальше бы сделал? Ну типа вот. Мне дают сейчас пас. Вон, да, я стою. А куда дальше? Закрытых почти людей посылать. Ну, такое. А меня уж бежали на кровать. Я и придумал, что сделать. Ударить. Бить-то надо поворотом. Вдруг красоту забью. Че, ваш все время бьет. Старается бить. Блин, только что, короче, отошел. И пас начал давать уже этот чел. А я могу сейчас вот так его перехватить. Я хочу до замены сделать максимум, что я могу. Но забивать просто хотя бы один гол. Хотя бы голевую бы отдать. У меня такое ощущение, как будто мы просто выносим мяч, типа, с нашей стороны, все, что мы делаем. Типа, у нас тут не пасы, а чисто вынос. А, так еще, блин, никто мне мяч не даст. Вот куда, вот, что я сейчас буду делать? Видите? О! Ну, а чао будет стоять, что он дерево. Ну там как бы в корпус вроде бы сыграно, не? Я вроде не фалил. Вот, смотрите. Он идет, и я перед ним. Все, я не... На этом изначально-то ничего не сделал. Я мяча коснулся, я задвинул его корпусом. Все, что я сделал, даже спиной. Дальше ничего такого не сделал. За что там вообще штрафной? О, свободный удар по большей части. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Пока, блин, одупляться, что делать, уже все, все моменты с нашим сырем. Ну вот, я бегаю, типа, в центре, вообще никто не закрывает ничего. Вот, он мне даст пас? Наконец-то, спасибо. На. Ну и вот, видите, он все засрал. Как бы, как всегда, просто все. Просто все, как всегда. Так, у меня уже стамина нет, это круто. Эти, короче, просто постоим. Подождем, отдохнем. Вдруг что случится. Ничего не случится, пацаны. 72-я минута. Хотя бы меня не заменяет пока что, и то круто. 1-0, если так сейчас матч закончится, это все, это же круто. Это у нас уже по личным встречам победа будет. То есть, если они следующий матч выиграют, и мы встрем, мы все равно будем выше их. Чисто за счет, по-моему, личных встреч. Или там, больше голов. Да фиг его знает, короче. Так. Ну, мне никто не пас даст, нет? Вообще, в этой игре мне кто-то пас будет давать? Спасибо за такой крутой пас. Вообще, мне же больше делать нечего, чем вот такие вот пасы просто принимать. Вот что вот. Он просто берет, останавливается и уже прет на меня, как конь. Вот что это должен сделать, ну? Ну, почему мне такие только дерьмовые пасы дают? Ну, для чего? Абимиянг. Или Казет бьет? Ой, крестовина, пацаны, тут пронесло. Так, что он дальше будет делать? Ну, смотрите, смотрите, оп. Давай, 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 развивай, развивай. О, тут уже хороший, более-менее. Ну, я ему опять же даю. А он, видели? У него был момент, чтобы он просто побежал за мячом и убежал дальше и забил. А он просто берет и все, и останавливается. Ждет чего-то. Чего он ждет, непонятно. Я, например, прессингую. Что делает Чао? За мной бегает, как крыса. Ай, пацаны, вот и что я должен делать в такие моменты? Я не знаю. Мы будем защиту посылаться на последних минутах. И на Чао вот так вот закидывать. Вот, ну видите, Чао в какой даун. Он бревно. Именно в игре это он бревно. Который мне ни пасы не дают нормально, ничего. Он даже в атаку бежать не может, как нападающий нормальный.
в жизни, если он бегает в атаке, старается пасоваться, все так далее делать. Ну что он хлопает, что он такого сделал? Что он такого сделал? Ничего он такого не сделал. В основном все удары вон мои. Конечно, Чаф лучший игрок. Круто, 1-0 хотя бы. Все, 6 очков у нас уже. 2 выигранных, 0 проигранных. Круто. Так, 81 рейтинг. Такое себе пока что. Не качаемся. Надеюсь, против Динамо меня выпустят. Можно у меня против Динамо выпустить? Будет включен в резерв. Ой, как еще нормально реагировать на это? 1-0. 16 очков. Круто. Меня не выпускают ни в старт, никуда. Давайте тогда сборную тоже играть не буду. Я не хочу. Это товарки, и мне что-то не особо и хочется играть. Давайте пропустим матч. И что здесь? Мы проиграли лентари. Я не забил, ничего не сделал. Ну, типа, товарки играть это очень скучно. Начнем с этого. Типа, на этом мы будем просто много времени тратить. 1-3 от Германии еще отлетели. Я, опять же, ничего не делал. Самое обидное, что сейчас дальше опять Лига Европы, а на чемпионат меня так и не выпустили. И сейчас меня могут еще даже тут не выпустить. Будет включен в резерв. Пацаны, меня игнорирует тренер. Как тут еще нормально реагировать? Счет. 4-2 обыграли. Скорее всего, это уже 100% выход. Тю-тю-тю, не буду каркать и так далее, но... Вообще, должен быть 100% выход. Давайте против Уфы мы выйдем. Стартовый состав, спасибо. Хотя против Уфы меня выбрасывают в состав. Я даже не знаю, меня на Лигу Европы не уже перестали выбрасывать. На крутые матчи в Лиге меня не выбрасывают в состав. На тебе просто в состав против каких-то, ну, вообще, ноунеймов в Лиге Европы. Ну, как прошлый матч 4-2 выиграли, так бы я бы выиграли. Не, ну, типа, этот уже матч, все, он... А, стоп. Это не Лига Европы, это Лига. Точно, сори. Ну, все равно, типа, вроде в таких все соперников не только выбрасывают. То целом, кстати, вот, если так брать, то 3 матча, это да, в Лиге Европы, нам, по идее, уже почти гарантируют то, что мы выходим. То есть нам осталось только в ничью сыграть, либо выиграть, и все, и мы выходим, по-моему. Ну, по-моему, это не точная инфа, но со второго места мы должны будем, по идее, выйти. Даже если там, не дай бог, что-то типа произойдет. Но мы должны вообще выйти, да, в любасу. На, пацаны, он засейвил это. Какой же он крутой. А нам типа там больше вообще ничего не оставалось, мне только бить надо было. Типа мне только через защиту проходить, а я вот какой вариант взял. Блин, кипер Уфы. Красава, конечно. Отбил такой мяч. Давай, давай, подачку, подачку. Делай. Ну там не дотянулся я. Чуть-чуть прям. О, нифига, прям видно, что я прям отдохнул. Мне прям пейса дофига готов носиться по полю. Но надо, короче, поменьше доэкономить. Доэкономить на выноске. Видите, у нас уже тут холодно мчаться в Москве. Потому что. О. Хотя солнце есть вроде. Ну ладно, что могу сказать. Да ладно, мы все поняли, мы все видели. Ну, почему мне, правда, опять же к мячу не подпускать? Ну я говорю, тренера. Тренер Додич. Он ничего меня не выпускает, ничего, никуда. Даже штрафные не дает мне бить. Хотя я вон какие удары красивые исполняю. Не, зачем, зачем? Просто, пацан, зачем? Зачем я куда-то вообще вытаскивать, не знаю. Давайте в резерве меня будем постоянно держать, это же так круто. Еще смотрите, просто мне даже ни у головы ничего не дают, мне типа не доверяют. Хотя ваш че подает, в ССК дофига всего. Он, в принципе, играет там хорошо, не то, что я. Ну, потому что мне негде играть. Меня, блин, мало где выпускают. Типа, понимаю, конечно, вот тренер мало доверяет, но... Так, типа, и в другую команду нельзя будет уйти. Без чемпионства и без нормального... Без нормальной выигранной Лиги Европы, там, не знаю. И смотрите, я попадал, и все, чисто... Давай, вставай, браток, вставай. Давай. Ну, увидели, меня повалили, и все. Судье тоже срать. Судья, для чего тебе ВАР? Иди посмотри ВАР, не знаю. Даже этого сделать не может. И бей. Ну, зачем мне нормально ударить? Кстати, там в створ полетело, я прям видел, смотрите. Ну ладно, смотри, даже не будем. Но там, кстати, полетело бы в створ, если бы я пробил бы нормально. Давай сюда. Давай. Ну нет, он мне не даст мяч, он спаснет защитника.
Вот там типа чисто повезло, что защитника на мяч отлетел. А так себе, ну вот посмотрите, какая просто доля везения на... И все, и ему мяч отлетает, то есть вот чисто на везении уже. А не на профессионализме, так что это вообще все равно, то есть такая себе тупость просто. Ну, конечно, мы выигрываем много, ясно, но типа не проигрывали. А, ну да, не один матч еще в лиге не проиграли, но... Самое обидное то, что меня в старт не выпускают почти. Типа, если бы меня хотя бы в старт бы выпускали, можно было бы хотя бы что-то делать, чтобы меня хотя бы в другую команду, не знаю, позвали. Типа, ну, выходить в товарищеские матчи, ну, такое себе. Сами понимаете, скучная такая затея. Типа, я начальная, то есть, как там дебют. А так, что мне там делать? А, я думал, это типа на меня такой пас был тупорылый. Я уже хотел орать. 12 часов в ту ночь. В пол первого. Так, что у нас тут? Давай сюда пас. Оп. И давай прямо отсюда. Что-то вообще ни туда, ни сюда. Я буду бить издалека, мне нормально. Я буду просто брать и фигачить, потому что мне это нравится. Раз тренер не хочет играть как нормальный человек, то я тогда буду играть как просто как бьющий издалека чел. Давайте, пацаны. Оп. А, круто. Оп. Я ему нормальный пас дал. Я уже, пацан, забежал, как бы уже куда-то в офсайте, явно, потому что кое-кто поздно мне пасует. Давай, давай, ну. И бей! Какая ты свинья! Какая ты свинья, ЦЗшник! За что ты так со мной? Просто за что? Зачем? Там, кстати, в створ летело, в правый уголочек ровно. Хотя бы гол бы, конечно, вас забить хотелось. Но меня не выпускают в старт, я не знаю. Ничего не получается. Я вот уж так, опять же, таки мог забить. Я уже там все надавал. И передачи, и все. Алё? Оп. А чё? Ну, конечно, я же лошара. Я не могу нормально даже мяч дать своему тиммейту. Я стараюсь на себя попробовать поиграть. Но если на себя играть не буду, то я вообще в старт буду меньше попадать. На команду я играю, я в старт не попадаю. Я буду просто пытаться забить весь матч, либо хотя бы голевое дать. Но не получается. Я пытаюсь играть на команду, тренер вообще все равно. Смотрите, я вот забежал, что делает у моего игрока? Но ему все равно. И что это? Так. Так. Чав, чав. Третий удар запорол. Понимаю. Так, это, кстати, опять угол. Но мне пас не дадут, это ясен фиг. Круто. Круто, пацаны, мы играемся. Круто, 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 круто. Лучше некуда. А, у меня почему-то каждый раз просто стамина квату улетает. Но я просто очень много двигаюсь. Вот, я опоздал. Пацаны, видели, я опоздал. На команду опять сыграл. Но в следующем матче я опять же таки в старт не выиграю. Не выйду, потому что... А, ну вы посмотрите, что они делают. И они каждый раз в старте выходят, а я не выхожу. Это просто вам так на заметочку, пацаны. Просто я и моя команда. Три точки. Что он тут будет делать? Что он будет делать? Зачем идти в отбор? Давай мы просто фигню потворим. Сейчас мы пропустим, еще пенку, наверное, заработаем, да? Вот смотрите, как он выбивает мяч. Если что, подумаешь, что нормально сделать. Он просто выбит вот так вот мяч. Еще как останется по 2 минуты, мы начнем в защите пасоваться. Никто отбирать ничего не пойдет. Смотрите. Оп. И смотрите, сейчас какая-то фигня опять будет. Я на тебя пас. И все. И он свистит. Хотя у нас вот так и начиналось. Круто. Чао, ты петух. Именно в игре. Так, личные игровые записи. Вот что вот у меня тут стоит. Пасы успешные. 8 ударов в створ. Из 4 у меня 3. Пасов у меня из 11 8 успешные. То есть и вот дистанция до дриблинга 102 метра. Ну типа все, тренер меня снова не выпустит. Типа, ну это бесполезно. Сейчас если он еще заменит, я вообще буду крут. А, ну, хотя бы не заменил, на это спасибо. Ну вот, я вам показал чисто мою статистику хотя бы за первый тайм, да. И как бы тут уже надо хотя бы от нее отталкиваться. Понимать, кто здесь хотя бы что-то делает.
Я просто не могу это понять, что мне надо делать, чтобы меня в старте выпускали. Меня как будто просто сокомандники мои просто игнорируют. Я буду с ним бороться, да? На. Ну а чё, я пытался. У меня не получилось, я отдал пас. Так, вот я. Ну ладно, там уже поздно было. Так, вот я. Вот я. Так, что у нас тут? Нет, у нас ничего не будет. Тут у нас просто ничего не будет. Мы против ФФ вы даже второй гол забить не можем. О чем тут уже речь может идти? Так, давайте просто постоим, пока мы с Чао, что, поговорим о чем-нибудь с ним. Кстати, я могу на него, кстати, это сделать. Как он зовут? Подкат. Вау, ты что, посты научился давать, да? Да. А чё с пасами? Почему не дают какую-то жопу? Так. Оп. 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 А чё, это как вообще? Он просто, типа, ни разу от меня не отстал, хотите сказать, то, что он просто бежал и тупо в меня постоянно долбился. Ну, типа, круто, да? В реальной бы жизни он хотя бы чуть бы отстал бы, не смог бы за мной так жестко бежать. А тут на тебя сразу просто идеально просто за мной прям бежит ровно. Я отдал на Чао. Что делает Чао? Чао ударит как дебил. Ну, как всегда, типа, круто. Спасибо. Нафига я забегал? Я в саде там не было. Но типа все равно, зачем? Зачем что-то нормальное делать? Зачем что-то делать нормальное, а? Смотрите, он сейчас забежит, ему цари дадут сразу. Смотри, вот я ему дал нормально, да? Смотри, и все. И все, он застрял. Давайте, пацаны, заигрывайте, заигрывайте, все, что только можно. Подачки, все делайте. Ой, как кассовые играют. Даже хуже, наверное. Зачем я... А, замену сделал кто-то. Меня не заменили. Круто. Мне опять же таки пас не дали. Я полностью открытый стоял. Мне опять пас не дали. Ой, боже. Что я должен сделать, чтобы мне эти пасы начали давать? Что я должен сделать, пацаны? А, пацаны, это фол. Да, это фол. По любасу. Дай ему желтую. Ну, не хочешь, не давай. Твои дела. А, на меня свалили. Это мое дело было высказаться. Вот, пасы успешны. 16 из 12, понимаете? То есть у меня, короче, ой, 16 из 12. У меня 12 пасов, они все у меня успешные. Какая опять... Надо было, короче, остановить его, а потом, короче, типа, ударить. Ну, а, там ли касание там было? Что там было? Нет, не было касания, я понял. Плотное выйти. Они даже плотную опеку делают, пацаны, потому что понимают, что если я что-то сейчас опять начну бить издалека, я могу забить. Но тренеру-то на это все равно. Пацаны. Кому ему вообще вон без разницы на меня. Что я есть, что меня нету в составе. Какая разница? Мы пропускаем. Мы пропускаем. Просто спасибо защите. Что мы пропустили? Посмотрите. У нас весь состав почти в защите был. И смотрите. Оп. Оп. И на. Все. Где защита была? Неизвестно. А, меня еще меняет. Иди в жопу, тренера. Тренера просто дебил. Все, не, это надо уходить, короче, походу. Ну, посмотрите, я просто идеально все делаю. Меня просто заменяют и все. Как вам, типа, такое? Я один, типа, понять не могу, почему, за что. Если даже сейчас еще один матч пойду сыграю. Я просто понять не могу, почему меня каждый раз оставляют либо в резерве, либо заменяют на 80-й минуте. Я, блин, столько пользы приносил. Я посыл успешно давал. Я бил. И причем много в створче было. Нет, всем все равно. Меня возьмут просто и заменят. Как говно какое-то. Я с ним же ничего не поделаю. Понимаете, да? Смотрите. Они даже против Уфы атаковать нормально не могут. Они защититься-то не могут. Но это уже, в принципе, что-то про атаку идет речь, да. Пацан, ничья.
И то, пацаны, максимум, что мы забили, это нелепый тот самый гол. Все. Мне больше, пацаны, сказать нечего. О, пацаны, посмотрите на мой удар. Хороший у меня был удар. Меня опять же таки заменили. Вот. А удар в 6. Из них только 4 где-то моих, если даже не больше. В створ. Не 4, конечно, в створ. Мне оценку 5,5 дали. Спасибо. 1-1. Круто. Что по... А, Спартак свой матч проиграл. Круто. Мы что, на первом месте останемся. Неплохо. Я думаю, сейчас еще один матч дальше сыграем, и все. Выявление национальных сборных. О, меня опять сборные взяли, но мы в них отыгрывать не будем, поэтому еще пойдем. И надеюсь... О, матч против Спартака, пацаны. А, в стартовом составе. Пацаны, этот матч будет на следующий выпуск. Спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду от вас фидбэка и так далее. Давайте дальше сохранить лучше, чтобы не забыть. А то потом опять придется все так переигрывать, чтобы как и было. Пацаны, матч против Спартака. Это же на новый выпуск пойдет. Это же очень круто, пацаны. Это же просто огненная вещь. Ладно, спасибо за просмотр. До свидания.